Для домашнего майонеза нам понадобится чеснок, ложка горчицы, перец, соль, одно яичко и вот столько масла подсолнечного, сок лимона и, конечно же, блендер. И будем делать домашний майонез очень быстро и вкусно. Ну что же, делаем домашний майонез. Одно яичко, масло подсолнечное. Вставляем блендер. Блендер сломан. Ай! Дальше. Добавляем лимонный сок. Чеснок, ложечку горчицы, перец черный и чуть-чуть соли. Горчица соленая, можно соли чуть-чуть только. Вставляем обратно. У нас получается прекрасный майонез домашнего приготовления всего лишь за какую-то минутку. Nice! Пользуйтесь! Всех вам благ!